Это же парень, который записал альбом с Little Big. Американский певец, продюсер, режиссер Оливер Трейникел. Если верить Википедии, 28 лет. Родился в Калифорнии в музыкальной семье. С 3 лет играл на фано. В 4 сочинил сингл. В 6 первый альбом. Вау! Второе музыкальное пришествие... Стоп, это не Оливер, это Денис Кукаяка. Спасибо. Второе музыкальное пришествие случилось в школе. Ска-группа Irony. Эксперименты с электроникой. Почти успех. Разогрев у Скриликса. В 2018-м Оливер Три выпускает дебютный EP Alien Boy. Сам режиссирует клипы и покоряет фанатов ярким образом и своим поп-софт-электро-рок-звучанием. А, еще интересный факт. Клип на трек Hurt был снят в Украине. Так, сейчас. Во, 2020-й. Он появляется в новогоднем клипе у Little Big. В 21-м записывает с ними альбом. Теперь его хотят все. Ильич, Пост Малоун и американский Apple. Вот только красотка Мелани Мартинес его больше не хочет. Но так ли это важно, если ты Оливер 3?